момент происходит последнее приготовление к нашему юбилейному концерту. Юбилейному концерту Дворца Республики и концерту президентского оркестра. В этом году президентскому оркестру Республики Беларусь исполняется 20 лет. В оркестре главный дирижер я уже 3 года. Ну, конечно, я подхожу с чувством, как, наверное, любой артист, с чувством волнения. Но я думаю, что когда я увижу нашего благодарного слушателя, это волнение улетучится. Ну, наверное, выбор был не мой стать музыкантом. Выбор за меня сделали мои родители. Где-то в 5 лет они начали интересоваться, нравится ли мне заниматься музыкой, вообще нравится ли мне музыка. И так совпало, что моя родственница подарила мне аккордеон. Но мне было так скучно заниматься на этом инструменте, потому что, наверное, я был мал, мне было между... Может, 6-7 лет было, я не помню, когда это случилось. Я начал играть на аккордеоне, это надо было постоянно тягать эти меха. Дожидаясь сольфеджио, у нас выдалась минутка, чтобы поиграть с друзьями в прятки. Как вы понимаете, что Дворец культуры – это очень большое здание, там 3 этажа. И мы начали прятаться друг от друга, друг друга искать. И я забежал на 3 этаж. Наверное, вот эта случайность привела меня в музыку. Я услышал очень интересные звуки, доселе никогда не слышав такие звуки. Я приоткрыл дверь, и просто какая-то взрослая рука схватила меня за шиворот и ввела в мир музыки. В этом помещении в то время репетировал духовой оркестр. Я с первой минуты был впечатлен именно звучанием, вот этим звучанием, что много инструментов духовых играют вместе. После урока сольфеджио я пришел домой и попросил у отца, говорю: «Папа, я хочу играть на трубе». Я еще не знал, я думал, что все эти инструменты, кларнеты, гобои, которые там были, фаготы, трубы, тромбоны, баритоны, альты, это все трубы. Я говорю: «Я хочу играть на трубе». В тот период, когда мои первые педагоги, оркестранты, переманили меня в духовой оркестр, я начинал играть, наверное, вот на таком инструменте, но это инструмент, это труба. Мой первый инструмент был корнет, это разновидность этого инструмента, который предназначен для духовых оркестров. Чтобы купить мундштук для этого инструмента, я помню, это были в советские времена очень большие деньги, 15 рублей. Для моих родителей это было тяжело. О таком инструменте, вот как вы видите сейчас, в то время, ну, это была фантастика. Музыкальную школу и всю начальную ступень музыкального образования у меня не было своего инструмента. Первый мой инструмент появился на 4-м курсе музыкального училища. Мы с мамой съездили в Санкт-Петербург и на завод в Санкт-Петербург музыкальных инструментов. И она мне в подарок купила тромбон. Чтобы в музыкальном училище найти класс позаниматься в то время, это было почти невозможно. То есть музыканты играли в то время, где попало. То есть у нас была лестница, у каждого на пролете было свое музыкальное место. То есть приходил музыкант, на лестнице, на каждом пролете стояло по музыканту, на каждом коридоре стояло по музыканту. Конечно, во всех, наверное, где я учился в музыкальных заведениях, в Белорусской академии музыки, в музыкальном училище, были подвалы. Они длинные подвалы. И вот занимались мы... Наверное, вот стоит тромбонист, занимается, через 2 шага трубач занимается, и каждый свою мелодию играет, и получалась такая вахханалия, там никто разобрать. Но каждый понимал, что он делал и к чему он стремился. Занимались очень много. В то время очень большая была конкуренция, именно конкуренция среди музыкантов. Быть музыкантом в то время было престижно. Бывало такое, конечно, особенно в зимнее время переиграешь
переиграешь губы. Такой курьезный тоже случай. Захожу я в метро, губы переиграны, а где-то ветерок подул, а они осеверили. Захожу, подходит женщина, говорит, это, конечно же, не мое дело, но вы, наверное, с кем-то целовались. И у вас на губах помада. Но я не стал этой женщине объяснять, что это, это профессионально. Все говорят, что 7 нот в музыке. Ну, нот бывает больше. Посмотрите, вот у меня есть миди-клавиатура. В ней 61 клавиша. Название нот 7, правильно. Это до, ре, ми, фа, со, ля, си. Но есть и ноты до диез, альтерированная, и ми бемоль или ре диез, и фа диез, и соль диез, и ля диез или си бемоль. А нот всего, это нестандартная клавиатура, нот всего, если исходить с самого большого по диапазону инструмента, это фортепиано, там 88 клавиш, но это тоже не предел. В музыкальном плане классическая академическая музыка 88 нот, но современные композиторы уже вышли за эти рамки. Также есть разные странные народы, которых, допустим, народная музыка не делится тонами и полутонами, есть и четверть тонов, допустим, африканская музыка. Так судить, что 7 нот, 7, название 7 нот, да, в октаве, допустим, 7 нот. До, ре, ми, фа, со, ля, си. Все. Дирижер это, наверное, руководитель. Он понимает концепцию, полностью концепцию произведения, как оно должно звучать. Конечно, я в нашем, в любом коллективе, каждый из музыкантов знает, как ему нужно сыграть. Но объединить и целостно услышать, что должно звучать, это должен быть отдельный специалист, который услышит, допустим, не каждый, играя на инструменте, может контролировать, в каком он, допустим, нюансе играет. Я не говорю, допустим, про эстрадно-симфонический оркестр, про темп. У нас есть ударная установка, это мало такие зависящие. Допустим, нюанс. Какой-то группе нужно тише сыграть, какой-то нужно более подвижно, более экспрессивно сыграть. Полностью концепцию и полностью идею раскрывает дирижер. Но видит картину кто? Кто находится вне игры, правильно? Кто ошибся? Кто кому-то не помог? Кто в ансамбле не сыграл? Кто не передал, допустим, мелодию? Кто не подхватил? Почему это происходит? Почему это происходит? И объяснить потом. И довести своим объяснением или какими-то жестами мануальными, или через слово донести музыканту, чтобы получить потом прекрасный результат. На данный момент в коллективе 66 человек, это 53 артиста-музыканта и 13 человек административного персонала. Я включаю административного персонала, это и директор, и дирижер тоже. Это наши звукорежиссеры, это машинисты сцены, это заведующий художественно-постановочной частью, это наши костюмеры. Музыканты, да, очень восприимчивы. Надо, наверное, быть не только дирижером, а еще тонким психологом. Можно где-то
дать вольную музыканту, и пойдет не в том русле, а можно где-то пережать, тоже будет плохо. То есть надо находить тонкую грань, чтобы общаться с музыкантами. Допустим, бывает, выйдешь к оркестру, а музыканты унылые с утра, может, кто-то кофе не попил, у кого-то там в семье что-то не получается, кто-то плохо добрался, кто-то в транспорте, на кого-то погода влияет. Но выходя, показывая пример музыканту, что ты вышел в бодром настроении, начинаешь вести бодрую репетицию, и как бы ситуация меняется в лучшую сторону. Если взять моих родственников, взять моего брата, он старше меня на 7 лет, вот он не часто посещает концерты оркестров, не ходит на концерты, но он досконально знает каждый инструмент, который присутствует в оркестре. Он знает, что такое фагот, он знает, что такое маримба, он знает, что такое ксилофон. А почему он это знает? Надо, я думаю, что искать корень в образовании. И образование – это той эпохи, когда вот он родился, прошлого века, 74-й год. Тогда музыка была, наверное, тогда обучались 10 классов, музыка была до 10 класса. Сейчас вот, исходя из моей дочери, музыка у нее и рисование, те искусства, которые открывают душу в человеке, они заканчиваются в 3 классе. Ну, продолжается там предмет, мировая художественная культура, но она не восполняет. Какие-то пробелы существуют у молодого поколения в образовании. Все это идет от образования. То, что посеешь, то и пожнешь. Я думаю, что дирижер не то что мягкий, авторитарный, деспотичный. Ну, дам такое определение. Дирижер должен быть, наверное, харизматичный. Музыкант не должен никогда знать, что выбросит в тот или иной момент дирижер. У нас бывает какая-то рутинная работа. Идешь до момента, видишь, что внимание, ну, вы понимаете, репетируем мы 4 часа, в конце 4 часа внимание падает. Разные приемы, разные дирижеры по-разному делали. Некоторые берут и вот так вот. Раз, всех внимание включилось. С супругой я познакомился в оркестре. Как это произошло, наверное, разговаривают, многие говорят о том, что любовь с первого взгляда, я думаю, этот вариант подходит, наверное, мне. То есть я сразу понял, у меня такое, есть какое-то предчувствие, но, наверное, у всех людей есть предчувствие. Я, если захожу в магазин, вижу вещь, я могу перемерить весь магазин, но вот которую вещь первая увидел, она мне четко сядет по размеру, четко подойдет, и это мое. То же самое, ну, во всех вещах. В тот момент она работала редактором. Пришла в наш коллектив редактором. Она до сих пор работает во Дворце Республики. Первый взгляд произошел в этом репетиционном зале. Ее представляли коллективу. И вот у меня, ну все, у меня сразу картинка. Пазл сложился, но до того, как мы уже там к чему-то подошли, это, ну, прошло, наверное, около 3 лет. Ну, как музыканты меня называют сухим человеком, то есть я стараюсь, у нас много мероприятий, я стараюсь продумывать, четко рассчитывать, прогнозировать все наши репетиции, все наши концерты. И, может, считают, потому что, как в фильме говорят, сухари, но того требует. Того требует именно сейчас репетиционный процесс, того требует жизнь наша именно сейчас. Очень быстро, четко планировать и реализовывать какие-то программы. На сцене, конечно же, на сцене репетиционный процесс и выступление на сцене – это две совершенно разные вещи. Я очень люблю слушать, если слушать, я очень люблю слушать джаз. У меня очень богатая фонотека, именно она находится, фонотека у меня в моем автомобиле, так как дома я люблю очень слушать тишину. У меня 2 детей, мне хватает дома звуков фортепиано, у меня дети тоже музыкальные, я стараюсь приучать их к музыке.
Слушаю я в основном в автомобиле, вот когда передвигаюсь. Примерно это, наверное, полтора часа в день у меня звучит джазовая музыка в автомобиле. Не знаю, кто-то из классиков сказал, если ты найдешь профессию, которая будет сродни твоим хобби, ты не будешь работать ни один день. У меня бывает, я на работе задерживаюсь 10 часов и 12 часов. Я никогда не считаю, как в разных коллективах считаю рабочие часы. Я никогда не... Я занимаюсь... делаю какой-то продукт, и когда этот продукт реализован, и когда это успешно, когда это интересно зрителю, от этого я получаю удовлетворение, ну и, как говорят молодежь, кайф.